страус. Прожорливый страус кричит на бегу: со скоростью ветра я бегать могу, но я не умею, однако, летать. Об этом приходится только мечтать. Летают и мыши, и рыбы, и белки, летают лягушки и даже тарелки. А я, к сожалению, друзья, не летаю, хотя в облаках ежедневно витаю. Африканский страус – самая крупная птица в мире. Но его короткие крылья совершенно не приспособлены для полета. Зато он – замечательный бегун и обжора. Страус питается семенами, побегами, плодами и вообще охотно глотает все, что попадется ему на глаза. Камни, гвозди, осколки стекла, куски древесины и металла. Проглоченный мусор, однако, не мешает ему развивать скорость до 70 км в час.